Вітаю всіх на каналі Костильов Онлайн разом з Оленою Бюн. Добрий день, пані Олено. Вітаю. Я нагадую, що ми збираємо гроші для 93-ї бригади «Холодний Яр», і хлопцям треба дрон. Це вже реально такого важкого місяця ще не було. Люди, ви перестали взагалі донатити. Я вас дуже прошу, активізуйтеся, давайте дожмемо і купимо цей дрон. Я вас благаю просто. Пані Олено, зразу переходимо до гарячої теми. Президент Зеленський сказав, що росіяни вже майже готові підірвати ЗАЕС. У нас був на тому тижні з вами великий розклад по атомних станціях, і ми там бачили, карти казали, що вони хочуть, але відведуть. Зараз вони підірвуть атомну станцію, чи їх відведуть? Посмотрим, які плани зараз, от прямо сьогодні, 22 июня 2023 року, які плани в Кремлі, в вищому воєнному і політичному руководстві по поводу Запорізької атомної станції? Все в подвешенном состоянии, опасном состоянии. Mm-hmm. Опасном. Видите, они, да, с одной стороны, здесь присутствует где-то хитрость продавить эти переговоры чертовы или что они там хотят. А с другой стороны, что сейчас тут жрица выпала сейчас. С другой стороны, понимаете, дьявол ополоумил, потому что ему надо срочно сдерживать контрнаступление украинских вооруженных сил. Саммит, я так понимаю, саммит в НАТО, судьбоносный для Украины. То есть его все бесит. Это когда, ну, все, знаете, крышу снесло полностью. Ну, він піде на цей крок? Іде на крок підірвати станції в підвішеному стані сейчас. Он сам, я смотрела, саму по себе, как мы, да, чтобы вот прям всю, нет. Пойдет высшее военное и политическое руководство Кремля на подрыв Запорожской атомной станции. Пойдет на подрыв. Если прикрывается информация. Они, понимаете, опасность очень велика, видите? Но здесь еще есть, что прикрывает информацию, вот жрица. И все время у меня тоже перед этим выпадало на эти такие опасные ситуации жрица в данной ситуации. Потому что это хорошо, это есть шанс еще решить эту проблему. Угу. То есть она как бы решается, и там свыше не определено, да, почему они выпадают жрицы, потому что еще не определено, куда же оно перекинет, в лучшую сторону, или же все-таки им стрельнет в голову. Но самое опасное то, что у них мысли, видите, у них мысли эти нарастают в голове, нарастают. То есть опасность действительно возрастает. А кто вмешается, если это жрица перекрывает? Кто-то вмішається в цю ситуацію? Давайте запитаємо, чи вмішаються в цю ситуацію наші партнери? Запад вмішається в цю ситуацію. Запад вмішається в цю ситуацію. Да, вмішаються. Да, і зараз, видите, зараз йдуть вже, або ж от будуть якісь переговори, обговорення. Здесь затронут, видите, фінансовий вопрос. Возможно, здесь, поскольку здесь прикрывает информация, да, то, что будут торговаться. Угу. Торговаться за что-то для себя. Ну, выторговать хоть что-то. Какие-то преференции, финансы, возможно, санкции снять или же еще что-то. Ну, потому что, да, это уже когда блеф и пугалки действительно превращаются в реальность. Угу. А чем будет реальный выкид різного атом, знаю, там якийсь викид радіації Запорозької ЗАЕС, оце прямо зараз. Буде, ну, нещасливо, давайте спросимо, буде виброс радіації із Запорозької атомної станції? Буде виброс радіації із Запорозької атомної станції? Виброс... Ох, что ж они там натворили? Они что-то, они натворили, смотрите, уже было такое. Что-то уже попало в воду до этого. Ну, то есть что-то они там химичили, а ну-ка что-то пошло. Но опять, видите, сейчас, смотрите, двойка, да, я знаю, что
не нравится, когда двойка выпадает, то есть 50 все на 50, когда, видите, решается сейчас третьими странами, то есть Западом, усиленно этот вопрос. Угу. Что же будет? Или же это будет трагедия, или же, ну, по итогу что? Те же карты, видите? Да, решается миром. И все-таки опять, смотрите, при вас мешала опять те же карты, да? Есть шанс уйти от этой ситуации. Есть, есть. Как-то могут продавить. Но понимаете, был другой расклад еще то, что там действительно они сильно заминировали, уже там наминировали, переминировали они ее. И они как обезьяна с гранатой. Здесь может быть человеческий фактор. Человеческий фактор самих этих, извините, идиотов, которые это сделали, что-то, да, сейчас жара, там мало ли что, что-то может подорваться. Либо есть опасность, когда, видите, когда украинские вооруженные силы зайдут на эту станцию по-любому, и тоже они ее будут разминировать. Там все хитро тоже. Ну, то есть тут еще роль играет человеческого фактора, понимаете? В прямом смысле, что прям такая трагедия от этого нет, но опасность, да, велика. Пані Олена, може бути таке, що вже стався якийсь викид радіації, якийсь мікровибух, і вони вже прикриваються шантажем, щоб уже просто замять сліди? Був якийсь виброс радіації вже з цієї атомної станції. Був якийсь виброс радіації з цієї станції. Ну, что-то было. Ну, что-то было незначительное. Но здесь, знаете, они не прикрываются. Они, видите, они манипулируют. Они оказались как крыса, загнанная в угол. Мне даже крыс жалко обижать. Я не знаю, эти нелюди оказались загнанные в угол в скованных условиях. И они пытаются, видите, они себя пытаются что-то выторговать. Я до наших глядачів звертаюся, я знаю, що вам цікавий наш контент, тому, будь ласка, підпишіться на канал пані Олени Бюн і на мій канал Костильов Онлайн, і просто Дмитро Костильов, щоб бути в курсі найцікавішого. Пані Олено, ми всі знали, що у Путіна в рукаві оцей козир з АЕС, він буде маніпулювати, ми це говорили всю війну, і з вами багато про це говорили. Цей козир, він зараз зіграє йому на руку чи ні? Козырь сыграет Кремлю на руку, высшему политическому военному руководству. Этот козырь сыграет на руку. Нет. Нет, уже не сыграет он ему на руку, потому что ситуация, понимаете, у них по-любому, у них ситуация жертвы. Вот Кремль жертва. То, что они сейчас пытаются сделать, уже ничего изменить нельзя. То же самое, если мы смотрим Запорожскую атомную станцию, титановый завод, да, в Крыму, тоже тактическое оружие, применение его, оно ничего уже не изменит. Они в позиции жертвы. И они надеются как-то перевернуть это в свою сторону. Понимаете, он бесится из-за того, Кремль, что все время ему это сходило с рук. Всю жизнь он блефовал. И все время на это, знаете, прям по раскладу было, как клювали, как на удочку, да, Запад. А теперь он бесится, что нет никакой реакции. И теперь он действительно обезумел. Но он же может сейчас пойти ва-банк? Может. Була. Давайте спитаем у карт. Чи піде Путін и найвище керівництво Росії ва-банк? От им, как вы сказали, и все кажут, им не жалко своей территории. Чи піде він ва-банк? И зруйнує частину АЗС и будет выкид. Давайте сначала по-хитрому спросим, пойдет ли он в целом ва-банк. Давай. Потому что здесь речь не только ведь в Запорожской атомной станции. Тут есть у нас и другие достаточно критические места. Пойдет Кремль ва-банк в ближайшее время. Пойдет Кремль и сделает что-то очень-очень нехорошее. Пойдет. Да, он готов на это. Видите, он готов. Он готов действительно на это. Он готов пожертвовать. Понимаете, как хитро здесь они говорят?
Он готов, вот что у него в голове, у этих придурков? Угу. По картам он готов пожертвовать, понятно, территорию Украины ему не жалко. Он готов пожертвовать даже своей территорией. То есть здесь ва-банк имеется в виду, что он может и у себя подорвать Курскую атомную станцию, о которой мы говорили, да, сделать теракт. Да. Или же тактический ядерный удар нанести по своей территории. Потому что здесь имеется в виду, ему не жалко своей территории. Но здесь ведь он же считает Запорожскую атомную станцию тоже как бы своей территорией, да? Ну, багато же он вважає, але пані Олена, дивіться, чи дадуть йому це зробити? Хорошо, давайте по-другому. Ва-банк готов пойти. Это не значит, что это Запорожская. Здесь больше все-таки нечто другое еще. Ну хорошо, дадут, даст Запад совершить нехорошие действия, очень нехорошие действия на Запорожской атомной станции, подорвать Запорожскую атомную станцию. Даст Запад это. Все-таки, видите, они прилагают усилия к этому. Ну, опять, вот опять те же карты. Смотрите, здесь может быть что? Здесь может быть какая-то... Вот это как человеческий фактор сыграет, потому что люди, которые находятся, российские солдаты, они неопытные. Ну, видимо, в школе плохо они учились, не знают, что такое атом, да, что такое атомная станция. Здесь какая-то может быть, ну, такая ситуация, которая может... что-то, ну, спровоцировать, но это не столь опасно, о чем мы говорим в целом. Тут четко надо понимать, что это не то, что вся атомная, да, станция и все, и катастрофа. Здесь идет речь о таком частичном выбросе. А чем Захід може маніпулювати Путіном? Що він йому може таке зробити, що цей там змінить свій курс? Он не маніпулирует, он его пытается угомонить. Угомонить путем предложения чего-то, да? Снятия. Що вони пропонують, пані Олено? Что Запад может предложить? Что Запад может предложить Путину, Кремлю? Что Запад может предложить высшему политическому военному руководству России, чтобы он не делал диверсии на Запорожской атомной станции? Что он может предложить? Он готов, видите, он готов уже на это пойти. Что могут предложить? Ну, здесь опять речь идет о каких-то финансах. Та же карта, да, что-то финансовое. То, что, по сути, останется за кадром, ну, снятие, снятие каких-то санкций, да, разморозка каких-то счетов, возможно, чьих-то там путинской семьи. Ну, что-то связанное с деньгами, мне кажется, да. Ну, они на него вплинуть, эти західные партнеры, реально, они найдут ту лазейку, яка вплине на Путина? Да, есть такая возможность, да, неожиданно решить эту тупиковую ситуацию. Есть такая возможность, есть, тут нельзя... Да, понятно, что опять все очень шатко, потому что все, он готов уже, он обезумел, он готов сделать, отдать такой приказ. Но все очень шатко. Очень тобто, шатко. Якщо ми один день прокинемося і російські війська відійшли в ЗАЕС, то ми зрозуміємо, що Захід знайшов до Путіна якийсь ключик і щось йому там втіхарю зробили, так? Так, так, щось йому дали, так. Да. Пані Олена, тоді питання одразу. Якщо не доведе Господь, Путін щось зробить на ЗАЕС, які наслідки для України в першу чергу? Давайте, да, это посмотрим тоже, что они скажут. Какие, если Путин, Кремль отдаст приказ взорвать Запорожскую атомную станцию, какие негативные последствия будут для Украины? Какие негативные последствия будут для Украины? Во-первых, смотрите, они говорят, не торопите события, то есть не торопите события, то есть мы задали этот вопрос. Еще есть шанс, он небольшой, но он есть, что этого не произойдет. Что?
И что раз есть шанс, что разрушат, ну, как бы отрежут эти планы. Ну, видите, но опять они показывают, что есть вероятность, ну, вот чего-то малого, совсем малой трагедии. Но если будет какой-то совсем маленький выброс, это опять что-то играет с человеческим фактором. Добре, оцей маленький фактор, що ви кажете, можливість. Біля атомних станцій реально фон радіаційний дуже високий. Ми ж самі це розуміємо, тому що якісь там викиди завжди є. Цей оцей маленький викид, якщо він буде, він зашкодить оточуючим довкіллю людям. Цей маленький виброс Запорізької атомної станції, він навредить мирним людям, які живуть рядом. Ну, навредит людям. Навредит людям. Ой, ну то, что навредит здоровью, то понятно, да. Тут есть проблемы со здоровьем, но опять они говорят, здесь тоже, здесь... Я нагадую, что мы собираем деньги для 93-й бригады «Холодный Яр», и хлопцам треба дрон. Это уже реально такого важкого месяца еще не было. Люди, вы перестали взагалі донатить, я вас очень прошу, активизуйтесь, давайте дожмем и купим этот дрон. Я вас благаю просто. Прямо непосредственно рядом со станцией, да, вблизи станции, потому что делов они там натворили. Да. Вот так. Якось зараз, на зараз можна врятувати цю ситуацію? От, ну, от, крім, ну, я розумію, що зараз підключені всі, тому що заява президента означає, що він б'є на сполох для всіх, щоб всі задумалися. В світі розуміють, який це накал зараз таких пристрастей взагалі відбувається, що це все капець. Запад розуміє, що ця трагедія коснеться і Западу. Ну, Євросоюзу так точно. Запад розуміє це? Розуміє. Ну, он понимал еще это вчера, понимаете, он понимал это вчера, но он же, видите как, ну, медленно они запрягают, ну, все медленно у них, все медленно, все как-то размеренно у них, ну, размеренная жизнь у них, о чем, война же в Украине идет. Ну, страждаємо вже, страждають українці. Ви часто в ефірах говорите, що є можливість ввода натівських військ. Да, кстати, у меня вот хорошо, у меня показывало два раза. Если произойдет какая-то трагедия на Запорожской атомной станции, то ведут, да, НАТО ведет свои войска, это не значит, что это все войска НАТО войдут. Это войдет, ну, вот, что там говорят, возможно, польская, да, там Прибалтика, еще какие-то части, да. Ну, тогда им мало не покажется, да. Ну, я зрозумів. Але ж не хочеться, щоб, знаєте, щоб взірвали ЗАЕС, щоб вони вели війська. Це жертви не співставні. Непонятно, що воно. Ну, а якщо воно полоумне і дурне, ну що, от воно вже тепер все уперлось рогами і все. Этот вопрос надо было... Понимаете, в чому велика ошибка? То, що Запад спустил как бы... На тормозах, да? На тормозах, да, то, что взорвали Каховскую ГЭС. Вообще, да, практически никакой реакции. Ну, признали, подумали, порасследовали, признали, ну и все. Но ответного жесткого хода, такого очень жесткого, это же глобальная катастрофа, это самая мощная катастрофа за все время в Европе. И поэтому, видите, он понял, что можно. А якого оточення, оці башти Кремля, вони підтримують підрив ЗАЕС? І взагалі, щоб якийсь стався такий величезний викид радіації в Україні? Чи вони його відмовляють теж, Путіна? Смотрите, там же на сьогоднішній день фактично править путінська сім'я. І там йде розкол в путінській сім'ї. І по розкладу було чітко. Одні обезумівши, які хочуть продовжувати війну будь-яким путем,
А другие против уже, они поняли, что надо эту войну заканчивать. Ну вот эти обезумевшие сейчас жестко пытаются давить на тех, которые там тоже, там жесткая борьба внутри. Они, знаете, как пауки в банке, которые жрут друг друга, извините меня. Що карти кажуть, що нам зараз робити? Тому що паніку не хочеться розганяти, але хочеться, щоб всі були в безпеці, як наскільки це можливо. Що карти советують? Що робити українцям? Що робити українцям в зв'язку з такою опасністю Запорізької атомної станції? Що робити українцям? Но есть маленький шанс, они говорят, есть маленький шанс того, что этого не произойдет. Есть. Есть то, что Запад, западные страны продавят эту ситуацию. Угу. То есть нам надеяться на Запад сейчас? Ну а мы что? Мы же не можем ее освободить, да, путем, прямым путем, когда, когда они тогда точно пойдут на эти действия. Это единственное, что вот правильно, надо сейчас то, что делает Зеленский, то, что всем надо вместе просто поднимать эту тему, остро поднимать эту тему, чтобы она звучала, звучала в эфирном пространстве, и тогда обычно на таком уровне происходит то, что оно как бы отводит это. Ну, а с другой стороны, что это должны услышать, должен услышать Запад, то, что им тоже это достанется и очень мощно достанется. Эта катастрофа тоже ударит по ним. Ну, будем надеяться на лучшие и на высшие силы, что нам остается. Дякую, пані Олена. Надіємося, що цей шанс, який є зберегти Україну здоровою і зацілою, якось ми скористаємося, і Бог береже всіх нас. Дякую, пані Олена.